все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, минус 7, минус 9 градусов днем, ночью 10-12 ниже 0. Ветер северный 3-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, минус 7 градусов днем, ночью 12 ниже 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем минус 7, ночью минус 11 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, продолжительный снег, минус 8 градусов. В дневное время, ночью минус 10. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.